теоретический курс. Теоретический курс оффроуда. Теория по джип-триалу. Они, да, они сегодня проходят. Toyota Land Cruiser Club сегодня, да, проходит, да, да, теорию, да, да, по джип-триалу. Вводный курс у них. Курс молодого бойца. Папарацци пришел. Ну что, когда кто? Когда кто? Вот как кто? Не, он сейчас тогда получается. Кто? Кто чемпион? Мы! А наши наклейки здесь есть? Они одинаковые. Можно видеть наклейки? Все. У меня на голове болталось. Вот нет у нас, а вот одна. А куда дальше? Правильно он идет? Сейчас. Какой талантливый, а? Да. Молодец какой, а? Чё за точка? Не говори. Всё не так, да? Ну, мотор слабоватый, но хорошо винтит. Ну, пободрей Нивы. Немного. Да это он и помощнее, ты чё, пободрее. Сравни, машины с ним. Что творить? Ох! Вот и всё, вот и кончилось тёплое лето. Где? Кто фотографирует? Где оператор? Скажи, пусть сюда идет. Да не там копай, не там. Да что их надо снимать уже, ёлки-палки. Краску сними, краску копай. Да вон упри его сверху, вверх туда, отпихни туда, сможешь. Капитальный как ремонт. Байпер, назад его! А если как-то... Он сказал, я...
так его. Елки-моталки, ну не туда ты делаешь все. А, еще ухудшает обстановку. Возьми лопату, копай джеку. Быстрее. Чего ты спереди подкопал в левое колесо бы его? Его левое держит. Левый держит, лопату он есть. Ему просто ее поднимать надо, и правую иглу. Копните вот этот колесик нормально. Левый копни лопаты и все. Кто копнет, он вообще на брюхо. О! Зачем? Он просто освободился сейчас, колесо левое, и все. Может, не знаю. О, смотри, как он песок копается. Раз, раз. О! Культурно. Ракурс другой подниму. Сейчас я буду крутить. Здесь испытание не только автомобилей, но и лопат идет. Санек, давай. Это очень трудно. Весело. Хай джек же есть у вас, ну чё вы в самом деле? Хай джек!
Ну ты уже привык постоянно такой. Да. Симпатично. Жалко, я сразу снимать не могу. А вон эти что не спускаются вниз? Их там прямой эфир, наверное, смотрят. Да, онлайн-трансляция. Что, никого из нас не ровно. Сколько времени? Андрей, сколько времени? Еще 15 секунд. Конечно, Юр. Работают, работают. А давайте зажжем. Все. Насчет чего? Время. Давай еще добавим. Ребят, время. Я давно начал снимать. Мы так до понедельника ковыряться. Время закончилось. Вам зайти, давай. На жопу прыгай. Давай назад выдержим. Сейчас он так. Обратно обуешь, что ли? Не, ну я не знал, что... Где он разулся? Нормально там все. Давайте назад тебя выталкивать. Давай вперед лучше, назад. Нет, вперед она уже не поедет. Поедет. А, ну да, лучше вперед. Давай, давайте мы его сейчас ковырнем, чтобы он, по крайней мере, мы его приподнимем, он руль сюда выкрутил. Одну машину сюда дай, и все, зацепился и вылез отсюда. Че? Ну давай, давай. Сейчас и так выйдешь. Давайте его наклоним. Руками сейчас вытащим. Сань, дай лопату. Вот туда его, вот заверх, за крышу, херакс, вот туда убери. А чем он сейчас вперед выйдет спокойно? А, внизу он. Садись за руль. Садись. Сейчас тебя приподнимем. И ты выкрути колеса туда вправо. Да нет, не разулся ни хера, нормально все. Вот чуть порвал, может быть, да. Вот крышу толкайте в ту сторону. А что он передох-то выключил? Груз сорвал. Давай. Пытайся выпрямить колеса вправо. А что вправо? Вы сейчас его вот так поставите, вообще пиздец будет. Все, колеса почти ровно. Нет? А что у него передох? А? Шрус порвали. Колеса тяжелые. Это не УАЗик, сейчас назад. А где Серега-то? Назад тогда лучше. Может, а лучше тебя назад лебедкой? Тогда лучше назад. Назад лебедкой тебя лучше? Назад его тащит. Он стоит. Вон едет УАЗик, сейчас это. Джинник убираю, сейчас уберут. Сузуки уберут пусть. Да вот он трогает. Да ладно, не выйдет. Шизуки.